fuck are we doing? В первой сцене, в зачистке, мы видим, как героиня входит в помещение, причем слишком открыто входит, не умеет нарезать комнату, как это делают тактические стрелки, как это делают спецназовцы, как это делают подготовленные люди. Может быть, режиссер специально показывает, что она не является специалистом по зачистке помещений. И вот она входит в комнату, бандит из дробовика стреляет, промахивается, и она очередью в падении укладывает его. Я бы обратил внимание на то, что выстрел был произведен дробью, а дробь как средство необходимой обороны, самозащиты, это не лучшее средство, поскольку мелкие дробины быстро теряют энергии. То, что хорошо для того, чтобы стрелять птичек или змей в дикой природе, не так хорошо для более крупного зверя. Не говоря уже о том, что часто полицейские и военные имеют шлем, имеют специальные средства защиты, бронежилет и так далее. Поэтому более адекватным была бы либо пуля, либо, что вообще лучше всего, наверное, в подобной ситуации, это картечь. Бандит стрелял от пояса и, в общем-то, закономерно промахнулся. Будь я гнусным бандитом, я бы стрелял прицельно и, используя дробовик, с соответствующим прикладом. Он же стрелял без приклада из ружья Мосберг 12 калибра. Так вот, обратите внимание на дырку, которая осталась в стене. Эта дырка явно проделана дробью, и что-то здесь не то. Наркоторговец стрельнул из дробовика, и там образовалась дыра, через которую увидели тела. Но если стрелять с той дистанции, с которой он стрелял, там приблизительно 5 метров, ну 6 метров. Я мастер по осыпям дроби. Если взять, скажем, дробь вот такую вот, это 28 грамм для спортинга, мелкая дробь. Ну, предположим, она не сделает дырку. Давайте возьмем самую крупную дробь, которая мне доступна на данный момент. Это единичка, это очень крупная дробь. И бахнем, посмотрим, что получится на такой дистанции. Дробины легли рядом. И дырка очень похожа, только сквозного отверстия не будет. Вне зависимости от того, что это бумага, гипсокартон или картон, как в нашем случае, отверстия не будет. Но обычно, если это контейнер и пыш, он может оставлять достаточно большое отверстие. Но, как видите, он улетает немного в другую сторону. Так что здесь тела разглядеть можно, но через это отверстие нет. Поэтому данная дырка была следствием сценарной задумки. Так нужно было по сценарию, чтобы случайно обнаружили тела. Хотя на самом деле тела бы они обнаружили намного раньше. Как только вошли бы в помещение, там был бы такой трупный запах сильный, что они бы не смогли нормально дышать. На самом деле фильм не изобилует большим количеством перестрелок, но те перестрелки и те моменты с оружием, которые там есть, каждая из них проработана очень детально. Вот, например, в этой сцене герой Бенисио Дель Торо говорит: достань и приготовь оружие. Достать и приготовить оружие – это очень важная часть, поскольку оружие часто находится не в боевой готовности. По законам некоторых стран нельзя носить патрон в патронники, и прежде чем начнется перестрелка, вам надо дослать патрон в патронник. Если говорить про российское законодательство, то при ношении травматического оружия патрона не должно быть в патроннике. Когда угроза уже налицо, то патрон в патронник можно дослать. Короче говоря, это совершенно разумно и правильно подготовить оружие к стрельбе. Вот в этом эпизоде, например, мы видим, что герой вроде как подготовил оружие, но у него открыт затвор. Затвор находится на затворной задержке. Либо актер забыл нажать на соответствующий рычаг, либо такое бывает. Когда тебя окружает банда из наркокартеля, то ты можешь что-то напутать, ты можешь что-то не заметить. У него открыт затвор, то есть если бы ему надо было в этот момент выстрелить, выстрела бы не последовало, поскольку патрон не дослался в патронник. Он бы нажал на спуск, и ничего не произошло. Кроме того, мы видим, что они открывают стекла, окна. Это важно, поскольку стреляя через стекло, во-первых, теряется часть энергии пули, во-вторых, траектория пули будет иной. Когда пуля проходит через стекло, она меняет свою траекторию, а высокоскоростная пуля калибра 223 или 5.56 НАТО вообще разрушается при контакте со стеклом. И за пределы стекла могут вылететь только мелкие осколки.
То есть, чем выше скорость пули, тем выше вероятность ее полного разрушения о твердый предмет. Поэтому лучше стекла открыть. Дель Торо говорит, что выйди из машины, хотя героиня его не слушается, но тем не менее он предложил совершенно правильно выйти из машины в такой ситуации, поскольку с тактической точки зрения, с точки зрения логики боевого столкновения, лучше находиться за пределами автомобиля, поскольку внутри автомобиля ты, по сути, скован его размерами, его объемом, и тебе гораздо сложнее реагировать на изменяющуюся обстановку. Кроме того, вы наверняка сами знаете, что автомобиль — это довольно плохая защита. В основном он пробивается со всех направлений, если это не двигатели, а некоторые другие более жесткие элементы. Поэтому лучше всего выйти из автомобиля и занять более выгодную позицию относительно твоего неприятеля. Кроме того, стрельба изнутри автомобиля, она неудобная, поскольку там неестественное положение для стрельбы. Конечно, специалисты, очень маленькая-маленькая группа людей, которая может себе это позволить, которая на этом специализируется, они умеют стрелять изнутри автомобиля. Но обычный человек, она, как мы видим, довольно необученный, обычный сотрудник полиции, ФБР, стрелять изнутри автомобиля и неудобно скидываться, неудобно менять положение, неудобно менять магазин. И при стрельбе, например, через стекло, большое количество стеклянной пыли, оно лезет в глаза, это можно вдохнуть. Да, это не смертельно, но нет ничего хорошего в том, чтобы дышать стекольной пылью. Здесь мы видим бандита из картеля, который держит пистолет в руке, а палец на спусковом крючке. Но он не спецназовец, он нормативов не сдавал, но то он и бандит, поэтому это вполне нормально, что он держит палец на спусковом крючке. Но я уже и ранее говорил, что если ваш палец находится вне скобы, то вы так обезопасите окружающих, самого себя, и палец на спусковой крючок переносится мгновенно. Пока вы выносите оружие и прицеливаетесь, палец уже на спусковом крючке, поэтому лучше палец все-таки на спуске не держать. А вот здесь несколько слов о том, как Дель Торо держит свой МП-5. Из тактических соображений для уменьшения профиля и всяких других вещей оружие вполне можно держать за магазин. Ну, желательно за верхнюю часть магазина. Но, разумеется, такие рукоятки придуманы не зря. Они помогают улучшить контроль оружия. Оружие слишком сильно не прыгает. Но, если я возьмусь за магазин, опять же, ничего страшного не произойдет. Так что тут нету правильной и неправильной. Здесь есть, во-первых, определенный навык и, во-вторых, определенная цель. Таким образом оружие держать вполне возможно. Но все-таки я скажу, что контроль над оружием лучше, если рука находится на цевье или на передней рукоятке для удержания оружия. В автоматическом режиме это особенно важно. Перед тем, как на мексиканской границе опуститься в тоннели, происходит брифинг. Старший офицер рассказывает, как себя вести, и он говорит: поставьте оружие на предохранитель, держите оружие стволом вниз. Очень часто в стрессовой ситуации при работе в группе жертвой может стать ваша нога, а не противник. Или ваш товарищ может получить совершенно неожиданную пулю в спину, поэтому правильное обращение в группе с оружием очень важно. Например, на стрельбищах оружие носят стволом вверх, так, чтобы срез ствола находился выше головы. Это делается для того, чтобы, когда, например, 300 человек выступает на соревнованиях, чтобы не было бардака. Как хочет, кто в какую сторону держит ствол, не дай бог, какой-то выстрел, могут пострадать люди. Также у спортсменов есть понятие углов безопасности. 180 градусов. Это значит 90 налево, 90 направо. Все, что за спиной, должно быть в безопасности. Туда ствол не должен смотреть. Но в боевой обстановке, в условиях выполнения боевой задачи, с любого угла и с любой стороны могут прозвучать неприятельские выстрелы. Поэтому там носят оружие без каких-либо углов безопасности, но направление оружия все равно учитывается. Хороший специалист всегда при возможности, если даже мимо него будет проходить товарищ, он уберет ствол так, чтобы не направлять лишний раз на него оружие. Но это правило имеет исключение в определенных обстоятельствах. Можно сказать несколько вещей о ночном видении. Интересно, что камера перескакивает с одного вида на другой. Например, там, где зеленый экран, там усиление картинки. А в моменте, где черно-белая картинка, это картинка тепловизионная. Почему-то режиссер решил показать разные устройства ночного видения. Ну, такой маленький-маленький экскурс в ночники. Самые простые и дешевые — это ночники с активной подсветкой. По сути,
есть спектр, невидимый человеческому глазу, но видимый прибору, который преобразует его в видимый спектр. То есть вы смотрите через устройство и подсвечиваете то, на что вы смотрите. Эта подсветка может быть расположена как у вас на устройстве, так может быть и на оружии. И это самый дешевый, самый такой пользовательский, потребительский, доступный способ прибора ночного видения. Второй, более дорогой, цена на который может быть 50 или даже больше тысяч долларов, это устройства, которые усиливают картинку. В таких устройствах фотоны проходят через несколько фильтров, в несколько тысяч раз усиливаясь, и такие устройства видят, если так можно сказать, видят, конечно, глаза человека намного лучше, но они очень дорогие. Минусом является то, что у них ограниченное поле зрения. Есть такие четырехглазые устройства, в которых поле зрения более широкое. Но в целом это хорошее средство, которое используется только самыми богатыми спецназовцами. Это не дешевое удовольствие. Ну и третий тип устройств ночного видения – это тепловизионные приборы, которые различают температуру, излучаемую человеческим телом, предметами и так далее. В них картинка контрастная, четкая, хорошая, и можно видеть на очень больших расстояниях. Можно даже, вот как тут показано, с вертолета видеть, что происходит за несколько сот метров от тебя. Надо сказать, что устройство ночного видения и оружие должны сочетаться. Например, если у вас прицел слишком близко, то вы можете задевать его, и им неудобно будет пользоваться с помощью ночника. То есть вам придется куда-то выносить вперед. Поэтому надо прицел выносить с расчетом на то, что у вас еще должно быть какое-то расстояние выбрано устройством. Показаны EOTEC, EOTEC прицел голографический. Так вот, в нем есть специальный режим подсветки для ночного видения. То есть вы обычным глазом его не увидите, но через ночник вы его увидите. Никто не использует так называемых тактических блоков. То есть, или у них куча разных названий, я скажу прям такое максимально официальное название, это устройство подсветки и целеуказания. То есть в нем несколько устройств, например, инфракрасный фонарь, лазерный целеуказатель или лазерный целеуказатель в невидимом спектре. И вот они вместе крепятся, пристреливаются, и можно не использовать вот так вот напрямую ночной прицел, а можно прицеливаться буквально от бедра или удерживая оружие в другом месте, видя свой собственный луч. Тоже достаточно удобно. Но, на удивление, никто здесь не использует такого устройства. Может быть, дело в том, что фильм уже 10 лет. А вот тут момент мне очень понравился. Он настолько маленький, тонкий, что в мире его запомнят 4 человека, включая меня. Но, тем не менее, мне он очень понравился. Я абсолютно уверен, что этот момент был целенаправленно вставлен в фильм. Итак, мы видим, что спецназовец, проходя в тоннеле, когда уже светло и включено освещение, берет, снимает шлем и убирает его. Даже не тащит за собой, поскольку его тут убить могут, дело не до сохранения имущества. Так вот, он снимает шлем, а потолки низкие. Сотрудница же, наша героиня, главная героиня фильма, идет в шлеме до тех пор, пока не ударяется о потолок, о перекрытие. И тем самым, а будь там бандит, она идет, зацепилась, зашумела, тот развернулся, ее застрелил, да, можно и жизнь потерять. Вот из-за такой мелочи. Это действительно мелочь, но для меня она важна. Опять идет перестрелка в тоннеле, и мы видим, что один из спецназовцев стреляет лежа. Как-то почему-то это обосновано. Ну, когда ты лежа, в тебя сложнее попасть, хотя, с другой стороны, можно использовать укрытие слева и справа, но вас много, и много людей на один угол не встанет. Именно поэтому, возможно, он и лег, и стреляет лежа, а второй уже стреляет из-за угла. Но что интересно, их взаимодействие. Во-первых, когда они начинают стрелять в одном направлении, тот пинает ногой своего товарища и указывает, что смотри, я стреляю, чтобы каждый был осведомлен, что каждый делает. Например, если не предупредить, то твой товарищ, не зная, встанет, и встанет прямо под пулю, в затылок получит от тебя самого. Что, к сожалению, регулярно встречается, и опять же, это тонкий момент, который мне понравился. Пуля прилетает в оружие героини. Я вообще не думаю, что это стоит комментировать. Да, бывает, может прилететь и в руку, может быть в оружие. Оружие может продолжать работать, а может сломаться, в зависимости от того, куда прилетит пуля. Я обращу внимание на другое. При стрельбе в тоннелях очень сильно отражается звук. И голова потом будет раскалываться. Представьте, несколько автоматов стреляют буквально в метре от вас.
автоматной очереди, не переставая, и вы слух можете в буквальном смысле потерять. Один раз я стрелял в тире из дробовика и забыл спустить наушники, вот так вот, брал их наверх и стрельнул. Звук отразился так, что меня буквально контузило, и потом до конца дня звенело в ушах. После такой перестрелки все выходят глухими. Следующий момент. Стрельба от бедра. Этот эпизод, где он стреляет от пояса, он, конечно, вполне реалистичный, но надо сказать, что для того, чтобы это получилось, надо быть настоящим мастером. Такая техника стрельбы на самом деле еще прививалась и рекомендовалась, и обучали с давних времен. Еще помните те старые видео, когда, например, ковбои стреляли от пояса и попадали, и это было вполне реально, интуитивно, можно сказать. Или когда стреляли полицейские. Вот в этих видео мы видим, как их учат стрелять от пояса. Так что это нормально. Такой вид прицеливания еще называют прицеливанием изготовкой. Ну, давайте посмотрим, насколько я мастер стрелять от пояса. Вот у меня мишень. Приблизительно 7 метров. То есть, если запомнить это положение, то в мишень попасть вполне возможно. Конечно, так попадать гораздо проще. По ситуации, по сценарию вполне оправдано, что он был спрятан за мишенью, внезапно появилась угроза. Он решил, видимо, не убивать ее и стрелять ей бронежилет. Поэтому приблизительно это выглядело так. Он обыскивает и от пояса делает выстрел. Ну что ж, мы выяснили, что это реально только для профессионалов. Еще пару слов о том, как пуля действует на ФБшницу, ФБРницу. Ну, вы поняли. Сотрудницу ФБР. Она получает пулю через бронежилет и корчится от боли. Я сам пулю не получал через бронежилет, но мне рассказывали те, кто получали, что бывает по-разному. Если, например, у вас есть там плита, то за преградное действие от пистолетной пули невелика. Неприятно, но ничего особенного. Но если в плиту прилетает, например, пуля 7,62 на 39, то может вообще опрокинуть с ног, и только сандали в воздух полетят. Поэтому в зависимости от калибра и мощности и результат будет разный. Но есть бронежилеты с плитой, а есть бронежилеты мягкие, например, из кевлара. И там за преградное действие может привести к тому, что вы от внутреннего кровотечения рано или поздно можете откинуть сандали. Мелочь, но тоже обратила мое внимание. Здесь у него на перчатке отрезан указательный палец. И он самим пальцем непосредственно прикасается к спусковому крючку. Например, я во всех соревнованиях всегда стрелял без перчаток, несмотря на то, что можно там что-то поцарапать или обжечь, но голыми руками и лучше манипулировать, мелкая моторика, и лучше чувствовать спусковой крючок, что в стрельбе немаловажно. А вот здесь, пожалуй, самый спорный момент всего фильма. Три выстрела, очень быстро, он попадает в головы, и бандиты, охранники тут же падают замертво. Такой беглый темп стрельбы на достаточно большом расстоянии с пистолета, я думаю, что это маловероятно. Это больше похоже на вестерн. Тем более, что он стреляет в полной темноте, а пользоваться механическими прицельными приспособлениями в темноте затруднительно или практически невозможно. Одно дело, когда он стрелял из МП-5, у него был коллиматорный прицел, на котором открутил, сделал более тусклую точку и спокойно стреляй в темноте, все видно. А если ты пользуешься механикой, то ничего в темноте не видно. Но с другой стороны, я сделаю допущение, что у него была тритиевая мушка, например, и какой-то фосфорицирующий целик. Ну, пусть будет так. Друзья, кстати говоря, если у вас есть свои заметки к этому фильму, то напишите об этом в комментарии, и мы их обсудим. Например, на этой фотографии что-то сильно не так. Если вы заметили, то тоже напишите. Ну и последний в нашем разборе момент. Происходит стрельба внутри дома, и снаружи, метрах 20-30, сидит глава картеля. Вот он, не услышит ли он стрельбы? Я думаю, что не услышит. Дело в том, что используется пистолет 45-го калибра компании Heckler & Koch. И пуля, несмотря на то, что большая, достаточно мощная, но при этом медленная. И в сочетании с глушителем звук действительно будет очень незначительным. Поэтому я вполне допускаю, что при стрельбе в доме снаружи не слышно ничего. Друзья, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал по ссылке в описании. На этом у меня все. Если хотите поставить лайк, поставьте. Не хотите, не ставьте. Но напишите в комментариях, какой фильм мы будем разбирать с вами в следующий раз.